Из аэропорта Толмачева теперь можно улететь в китайский город Гуанчжоу, центр международной торговли, промышленности и туризма. Рейс интересен всем, кто путешествует из Европы в Азию, и китайским туристам. С первыми пассажирами нового направления пообщалась Вероника Иванова. Марина Пархоменко работает в китайском городе Гуанчжоу. Из аэропорта Толмачева пассажирка впервые полетит туда без пересадок новым рейсом. Раньше путь лежал через Гонконг, Урумчи или Пекин. Дорога раньше занимала 4 часа до Пекина, 3 часа пересадка или 2 и еще 3 часа. Грубо говоря, средняя 12 часов. Очень выматывало, очень неудобные рейсы были, очень неудобные. Сейчас все очень удобно, поспать. Утром прилетел. Отлично вообще. Гуанчжоу – это центр торговли, бизнеса, культуры, туризма. А еще крупный азиатский авиационный узел. Он открывает путь на другие континенты. Не только для полетов в Гуанчжоу, хотя Гуанчжоу сам по себе интересен, но также лететь дальше через Гуанчжоу. Там более чем 150 направлений разлета. Это Китай, Юго-Восточная Азия, Малайзия, Австралия, а также западное побережье Соединенных Штатов. Летать в Гуанчжоу будут на таких самолетах Airbus 320 Neo. Каждый вмещает больше 150 пассажиров. Для 6-часового перелета вполне удобный транспорт. Туда и обратно стыковки удачные. Пассажиров из Поднебесной благодаря китайским рейсам через наш город проезжает сегодня на 100 тысяч больше. Мы делаем очередной шаг по строению авиационного хаба в аэропорту Толмачево. Благодаря этому рейсу не только жители Новосибирска, но и жители практически всей России смогут через Новосибирск путешествовать в Гуанчжоу. И жители Китая имеют возможность посетить не только столицу Сибири, но и Москву, Санкт-Петербург и другие города России. Самолет в первый рейс отправится почти полным. Перелет в эконом-классе обойдется в сумму около 25 тысяч рублей. Пассажиры из соседних городов на прямом перелете из Толмачева экономят не только время. Раньше приходилось покупать еще и билет до Москвы или, например, Иркутска, и уже оттуда лететь в Гуанчжоу. У меня там живет брат. Мы летим вместе с мамой, летим отдохнуть, попроведывать его. Удобно очень, потому что мы сами живем в Томске, и самый ближайший город – это Новосибирск. Ну и, конечно же, открытие рейса для нас было известно еще где-то за 3 месяца, и мы сразу же купили на него билет, потому что это очень удобно. Прямой рейс до Гуанчжоу. Я не могу сказать точно именно конкретно сумму, но вот процентов 30 экономия точно есть. Брат Галины зимой решил в ответ приехать в Сибирь. Полетов, кстати, к тому времени будет больше. Сейчас в неделю 2 рейса, а с сентября планирует летать в Гуанчжоу в 2 раза чаще. Вероника Иванова, Дмитрий Кан и Дмитрий Кабанов. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.